Всем привет, с вами DamerTech, и сегодня я хотел бы сделать небольшой видеообзор на автомат АК-74 в игре в Contract Wars ВКонтакте. Данное оружие относится к классу штурмовых винтовок и имеет относительно неплохие показатели точности, скорострельности и убойности, а также средний показатель отдачи и мобильности для данного класса оружия. После нескольких часов игры с данным автоматом я выяснил, что оптимальной дистанцией для боя является средняя дистанция, поскольку на ближних дистанциях ему не хватает скорострельности, а на дальних дистанциях точности и урона. Помимо быстрой перезарядки, к положительным особенностям автомата можно отнести быстрый переход в режим прицеливания и выход из него, а также неплохую точность при стрельбе с бедра, что делает этот автомат более конкурентоспособным на ближних дистанциях. Помимо сбалансированных характеристик, к плюсам данного оружия можно отнести большой боезапас, это 7 магазинов по 30 патронов. Обратите также внимание на то, что у нашего ствола малозаметная отдача, что является также плюсом в копилку АК-74. Приятно порадовал меня тот факт, что каждая нечетная перезарядка у этого оружия производится чрезвычайно быстро, поскольку данный автомат оснащен спаренным магазином. Из минусов. Несмотря на высокую точность, калаш стреляет достаточно рандомно, что негативно сказывается на результатах ведения боя на дальних дистанциях. W-TAS для АК-74 включает в себя коллиматорный прицел нить А, увеличивающий точность и уменьшающий отдачу, однако негативно сказывающийся на мобильности. Хоть 74-кой открывается на 4 уровне снаряжения, я бы все же порекомендовал данное оружие для новичков, в основном из-за рандомной стрельбы. На сегодня это все. Надеюсь, мой обзор был для вас полезен. С вами был DamerTech.